вам бы подошла в очках девушка со скрипкой и сказала бы 30. Шепнула бы. Вы бы не поняли, она бы еще раз сказала 30. Не, ну может быть. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Денис, Виталий и Илья, а невеста у нас Екатерина. Ну какая же вы прелестница. Пойдемте. Екатерина, 29 лет. Прошла с возлюбленным много испытаний. Но когда все беды остались позади, поняла, что достойна другого счастья. Екатерина – мастер по наращиванию волос. Гордится тем, что купила квартиру в центре Казани. Мечтает увидеть своего отца и побывать в Нью-Йорке. Признается, что у нее было очень трудное детство. Екатерина не готова связать свою жизнь с представителем творческой профессии и обладателем усов. Выйдет замуж за спортивного мужчину с хорошей фигурой, приличным достатком и чувством юмора. Катюша, ну, глядя на вас, такую яркую, такую загоревшую, такую модную, никогда не скажешь, что у вас было трудное детство. А с чем пришлось столкнуться, что пришлось пережить? Чернобыль. Вы с какого года? 86-го. Я родилась как раз там, во время взрыва. Моя девочка. Это вы прям были в эпицентре? Да, мама была беременна мной на 6-м месяце. Да что вы. Я родилась уже с опухолью. Мама жива? Да, мама жива. Я знаю, что тебе нравятся брюнетки, Денис, в этом случае. Договоримся, я думаю. И вы родились с опухолью, и что? И через что пришлось пройти? Опухоль росла. Да, в 3 года уже поставили смертельный диагноз. Вот, нужно было искать донора, либо деньги на операцию, большие деньги. Вот, и мама пошла на телевидение просить деньги. И отозвались сразу несколько клиник. В России? И, да, да, слава в Москве. Богу. Слава Богу, уже хочется гордиться. И что? Я очень волнуюсь просто. Сколько лет все это? Две операции проходили в Москве в онкологии. Вы помните что-нибудь? Да, помню хорошо детство. Даже помню, как брили голову перед операцией. Девочка золотая. Вы знаете, как вы либо переживаете все в первой половине жизни, а потом счастливы бесконечно. Дай Бог. Либо, да? И сейчас у вас... Вы здоровы? Да, сейчас абсолютно здорова. Виталий, я думаю, знаешь что? Это насколько сильный человек, насколько сильная у нее мама, насколько они прошли через такие испытания, да, это да. Не каждый человек сможет. В школу ходили обычно? Да, в обычную школу, но были трудности там, конечно, тоже. Да, дети жестокие. Да, да, да. А вы еще без волосиков были, да? Да, до 12 лет я ходила в косынке. Моя девочка. И что, злые одноклассники? Ну, сдирали косынку, обзывали. Вот. Ну, жестоко, но сейчас уже как выросла, понимаю, что это все детство, все прошло. У вас, наверное, ни братьев, ни сестер? Нет, мама первого брата родила в 17, меня 18. Отец остался там, считается без вести пропавшим, и мама уехала уже к маме, к бабушке в Казань. Так вы хотите разыскать отца или нет? Да, я бы очень хотела. Ну, вы можете, вот, у нас возможность, и Лариса про это уже часто говорит, вы можете обратиться. Катюш, но если он без вести пропал, и 29 лет прошло, вы считаете, что у него была причина от вас скрыться? Ну, нет, просто объясните, может быть, он был такой подлец, что бросил маму с годовалым ребенком и беременную? Тогда... А бывает, потеряли память, не может вспомнить, кто где. Ну, я думаю, что тем более в те времена все-таки человек не иголка. И в любом случае... Просто, когда стал выбор, когда Наде предложили уехать... Моей маме. Он отказался ехать, и Надя поехала с детьми. Приехала. Вполне вероятно, что он живой. Да. Просто да, вот не простил. Да, да. Он просто не простил. Ну, себе сейчас социальные сети. Ну, пусть обратитесь, давайте обратитесь, пожалуйста. Мы пытались разыскать. Вы как-то намекните какие-то вещи, чтобы он понял, что это вы. Молчанов Александр, я жду тебя. Я ваша дочь. Какого года рождения? 62-го. Если откликнется, будет хорошо. И вот вы превратились в 17 лет в девушку, и уже абсолютно здоровую, и без комплексов должно быть, и с красивыми волосиками. И у вас случилась, наверное, первая любовь. Да.
В 19 лет. Ну, у него, конечно, судьба вообще просто. Вам было 19, он говорил, что ему 18, но он прибавил себе 5 лет. Нет, 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 не так было. Он был старше меня на 4 года. Старше? Да. А мне показалось младше, думаю, вы с 13-летним, нет, что ли? Нет, это вторые отношения. Это вторые уже. Которые... Давайте про вторые интереснее. Вторые отношения были на протяжении 6 лет. А вам было? Мне было 21, а ему 17. Познакомились. А вы не видели, что он ребенок? Ну, не выглядел как ребенок. Ну, и мне как-то 21, я тоже не выглядела так взросло. Вот. Завязался роман, он ухаживал долго. Потом стали вместе жить. Он вас пригласил к своим родителям? Да, первый раз пригласил к маме. И вы там остались у родителей? Да, первый раз. Ну, так и что? Я была первой девушкой. Выйти замуж? Да. Да, да. А почему не вышли? Ну, там были зависимости. Вот так вот. То есть 6 лет жили, а замуж не ходить, потому что он кто? Алкоголик, кто? Наркоман, кто он был? Нет, дело в том, что у него была трагедия в жизни, у него погибла мама очень рано, и он просто замкнулся и ушел в себя. Понимаете? И, а вот. Отец ушел к молодой любовнице, ровеснице Катерины, да? И поэтому им было очень тяжело, все это я наблюдал, потому что мы с Катей очень близки, мы 19 лет вместе, вы понимаете? И вот это вот все смотреть на протяжении, да, как она пыталась, старалась помочь ему. Ну, можно было в качестве жены это делать и стараться. Она сможет на тебя надеяться? Да, я всегда поддерживаю людей, которые рядом со мной. Вы его вылечили? Да. И сейчас ушли. Он живет своей жизнью, я своей. Да, это был ваш опыт. Вам 29 лет, и было бы странно, если бы у вас опыта не было никакого. Опыт очень скромный, но очень хорошо вас характеризующий. В своих не бросаете. До последнего пытались помочь. Да. Правильно. Правильно. А детей хотите? Очень хочу, да. И мне очень нравится, что ваш брат и ваши тети пришли с вами. Вы, кстати, очень похожи. Вы сын, да? Да. Просто одно лицо. Счастливый, наверное, вы парень, потому что на маму похожи. Очень счастливый. Отношения с мальчиком помладше. Милюха, тебя не смущает? Да. Это вообще, мне кажется, такая разница. В возрасте должно быть наоборот, а тут... Я вообще не знаю. Ну, может, она любит молоденьких? Может. Ну, я смотрю, вы-то жениха-то выбираете такого брутального, богатого, спортивного... Это вот откуда у вас желательно такие? Желательно здорового, спортивного. Вот это, наверное. А здоровое это что значит? Здоровое? Ну, чтобы не курил, не пил и вел здоровый образ жизни так же, как и я. Давайте посмотрим, какой вы образ жизни ведете. Я очень люблю заниматься спортом. Днем я катаюсь на велосипеде, а вечером бегаю по набережной. Я бы очень хотела, чтобы мой будущий муж вел здоровый образ жизни. Так же, как и я. Я очень люблю гулять в московских парках. Здесь можно отдохнуть от городской суеты. А еще у меня есть вот такое маленькое чудо, которое живет со мной в Москве. Я надеюсь, что моему избраннику тоже нравятся животные. А если вашему избраннику не будут нравиться животные? Ну, я думаю, мы решим как-нибудь. А у вас нарощенные волосы, да? Правильно я поняла? Да, я занимаюсь этим. То есть это, вы, ну, вот это прямо вот то, что вы делаете? Да. Очень красиво. Никогда бы в жизни не подумала. А что, прямо можно мыть, не отвалится ничего? Нет, нет, все нормально. Денис, ты любишь кошек? Да. Если нет, то дай мне, мне очень понравилось. Здоровый, без дурных привычек. Брутальный, брутальный. Спортивный. А вот по поводу денег, не мне же об этом говорить. Ну, я так поняла, что он там бизнесом должен заниматься. Вы же сами это озвучили. Ну, не, это немаловажная часть, но если уж будет простой. Главное, чтобы была цель. Цель куда? Стремиться. Ну, а сколько вместе, должен? Вместе вот, заработаем. Вот мне, да, девчонки, самой даже стало интересно. Вот вы мне озвучите, допустим, он зарабатывает 50 тысяч условно, зарплату у него. То есть вы, ну, о какой сумме он должен мечтать, чтобы было понятно, что вы говорите, он стремится. Вот это сколько? Ну, я думаю, 50 тысяч достаточно, если он стремится дальше, если у него какие-то есть планы в жизни, да цели. Да каких? Вот это миллион, а то ко мне приходит невест, 5 миллионов, думаю, господи, где же она такие зарплаты? Нет, ну, у меня нет таких миллионов. А пределу нет совершенства, да. Просто ее бывший молодой человек не так достаточно много зарабатывал, но, по крайней мере, это не мешало им развивать отношения, стремиться вот до определенного какого-то момента. Как будто никуда не развились, понимаете, потому что конкретики не было. А я вам, знаешь, дорогая Катенька, другого советую. Вот эти брутальные мужчины не для вас, честно говоря. Вот добродушные, может быть, даже не очень. Очень брутальные, не похожи на альфа-самцов мужчины, чаще всего, и по опыту могу сказать, 20 лет этим занимаюсь, очень хорошие мужья.
и семьянина, и хозяина хорошая. Поэтому брутальность – это не равенство, а счастье в семье. Выбирайте вот такого и такого, я вам рекомендую. Человек прошел столько испытаний. Тут не может быть обмана. Катерина, я считаю, абсолютно в этом уверена, что вы уже в своей жизни свое отстрадали. Вам хватит. Вам хватит и вам, и вашим детям, и внукам. Поэтому с сегодняшнего дня вы должны стремиться к абсолютному счастью. Вот как вы себе его представляете в виде брутального, богатого, заботливого, здорового, без дурных привычек, вот такого ищите. Ничего вы такого не совершили в жизни для того, чтобы вам носить ношенное, а спать сброшенным, понимаете? Не совершили. Вы здоровая, вы красивая, вы неждивенка. Поэтому будем искать такого, как хотите. А звезды нам? Мощный, сильный, прекрасный стрелец. У вас невероятная живучесть есть. Вы способны, буквально как Мюнхгаузен, из болота себя вытянуть, потому что вы склонны ежедневно учиться. Но мужчина вам нужен добрый. Это должен быть человек дома. И больше того, вы обязательно его подчините. То есть вольно или невольно, но это будет сильный, успешный человек, и он будет подчиняться вам. Как хозяйки Медной горы. На самом деле, ей нужен мужик. Что-то она уже нормально, она уже все насмотрелась уже. Проходите и знакомьтесь с первым женихом. Здравствуй, Екатерина. Здравствуй. Сегодня я пришел за тобой. Спасибо. Денис, 32 года. Предприниматель, занимается продажей электрооборудования. Имеет первый разряд по боксу, занимается единоборствами, дайвингом, катается на сноуборде и любит отдых в горах. Гордится покупкой квартиры и тем, что похудел на 17 килограммов. Предупреждает, что живет без телевизора. Денис расстался с преданной возлюбленной ради вспыхнувшей на пожаре страсти. Но с новой избранницей он узнал, что такое эффект бумеранга. Надеется, что Екатерина оценит его искренность. Что за пожар был? Это был прям настоящий пожар или огонек страсти, который в вашей юной душе вспыхнул? Это был настоящий пожар, который впоследствии перерос в пожар любви. Мы... Как романтично, не пугайте, Денис. Мы встретились, столкнулись на пожаре. Горело офисное здание вблизи нашего офиса. И мы столкнулись на пожаре. Встретили взглядами. И практически сразу я влюбился в нее. Ну, молодец, молодец. Может, это похвально, однозначно. Она голая, что ли, бежала? На ней все это сгорело? Нет, она не была одета. Мы встретились взглядами просто и... А разве до этого так бывает? Мне кажется, только в кино так бывает, нет? Страшно же, послушайте. Нет, остановочное такое свидание. Я готов к стрессовым ситуациям, поэтому я... Нормально отреагировал, я организовал эвакуацию людей из помещения. И там мы с ней столкнулись. Потом она помогала мне в этом. Послушайте, но вы жили до того момента уже год как с девушкой, да? С другой? Да. И вы с ней сразу расстались? И не жалко было ее? Мне было очень ее жалко, конечно. Но я помогал ей первое время. Тем более она ведь из другого города переехала к вам жить. Да, я нашел ей квартиру, я снял ей квартиру, помогал ей первое время. И как вы объяснили-то? Что полюбил другую, сори? Или что? Ну, мне пришлось, да. Скажите, а эта вот новая девушка хоть стоящая была, как с ней отношения стали завязываться? Первое время у нас были великолепные отношения. И через 4-5 месяцев у нее начались постоянно какие-то претензии ко мне. А вы уже жили вместе с ней, да? Да, она переехала ко мне с ребенком. Так еще и с ребенком? Да. Что ей не нравилось? Мало зарабатываете, требовала подарков все время, да? Да, у нее были подруги, которые ей постоянно рассказывали, что им дарят бриллианты. Это очень распространено, да. Да. На что мой муж говорит, так найди, иди к тому, кто дарит бриллианты такие. Да. У меня таких денег нет. И вы бы ей сказали, дорогая, так это же подругин муж, а ты выбрала меня, любишь меня, спишь со мной.
Да, я много раз ей пытался объяснить, что как-то нужно правильно приоритеты расставить для себя. Либо бриллианты, либо надежный мужчина с тобой. Да. Но ее постоянно потребность в бриллиантах постоянно росла. Вы воспитывали ее ребенка? Да. У нас хорошие отношения были с ребенком. Изменяла вам, как вы считаете? Не знаю, не ловил. Утверждать не буду. Ну, она ведь оставляла дочь с вами на ночь, а сама уходила, как будто бы по работе или встрече с коллегами. Ну, это был вот единственный случай, что послужило последней каплей. Надо прийти когда и сказать, слушай, ты со своими бриллиантами тусуйся где-нибудь. В другом месте. И тут на горизонте замаячила бывшая. Нет, бывшая не сразу замаячила. Бывшая маячит, когда плохо все, когда в семье начинается раздрайв какой-то. Бывшая появилась буквально через 3 дня после того, как мы расстались. Мы расстались, потому что мне уже тяжело. Она в засаде, что ли, сидела все это время? Нет, она не в засаде. Ее, видимо, инструктировали подруги. А она вот как-то следила, да, за моей жизнью там в соцсетях. Ну, а я вам о чем? Да. И вы? И когда я расстался со своей возлюбленной, она буквально через 3 дня прилетела из Питера якобы к своим родителям. На самом деле поговорить со мной, пообщаться. И мы провели вместе с ней, отпуск провели вдвоем. Стали жить вместе? Нет, нахлынули воспоминания, все вспомнилось, как все-таки нам было хорошо вместе, мы отдыхали вместе. Нету огня, вот нету огнем огня, абсолютно нет. Так, это, только это, вспышка. Дымок, легкий дымок. Мы вместе улетели с ней в Питер. Но через 3 дня я что-то заподозрил, что-то неладное. Она каждый день приходила с работы с подарками, там, с мишками плюшевыми, с цветами. Якобы кто-то из сотрудников ей дарят их. Это она вас стала мстить маленечку вам? А на Новый год она на неделю уехала, выключила телефон. Правильно, это ей подружки сказали, а ты ему паразиту. Вот чем он тебе, тем и ты ему. Да. И она выключила телефон, и все, и пропала. Чтобы вы рванулись ее искать, сделали бы ей наконец-то предложение, это же все для этого. Как только барышня отключает телефон, сидит перед вами загадочная, на все отвечает односложно, значит, ждет предложение. Это все стимуляция вашей ревности, дураков. Это не только стимуляция ревности. Если бы вы не в соцсетях бы сидели бы, а пришли бы на наш сайт «Двое.ТВ», вот время бы вы не потратили бы. Ну, женщина сильная тогда, его подсоберет в кучу. То есть ты хочешь сказать, что вот Катя будет ей сильная женщина? Это нужна сильнее Кати. Перед вами сидит Екатерина. Нравится? Да, нравится. А вот у меня вопрос, Денечка, а почему у вас телевизора нет? Вы что, денег нет, что ли, телевизор купить? Да нет, от телевизора это пустая трата времени. Я занимаюсь больше собой, самосовершенствованием. Правильно. Не, ну, в принципе, смысл того, что он занимается самим собой, это хорошо. Да, ну, это да. Наш Катюш не любит растительность на лице. Что делать будем? Если невесте нравится больше без бороды, я сбрею. И что, прямо ее сбрить? Да, почему нет? Казак, чтобы усы, борода... Ради бабы, ради бабы. У казака усы, борода – это богатство рода. У меня нет кубанских казак, ты знаешь. Как он может... Вы знаете, что у вас есть 3 бонуса? Да. Свидание наедине, скелет в шкафу, семейная тайна или традиция. Что выберете? Семейная традиция. У нас есть семейная традиция. Я потомственный кубанский казак. Мои дедушка и прадедушка были атаманами, основателями казачьих станиц. Я поддерживаю традицию. Мы каждый год катаемся на лошадях, чтобы навыки поддерживать. Каждый год на лошадях. Каждый год. На лошадях в Москве тоже девочки 19-летние катаются. Это не показатель. Каждый год на лошадях. Ну хорошо, а сюрприз покажете? Конечно. Приходите. Екатерина, в жизни бывает много ситуаций неординарных, в которых приходится мужчине постоять за себя и за своих близких. Мы продемонстрируем кое-что. Привет, если вы захотите познакомиться. Как дела? Парни, человек. Молодец. Проходите в свою комнату. Спасибо, друзья. А
будем просить бриться или нет? Невест, ну что? Ну, я думаю, ему так идет. Ну, хорошо, а если не борода, все остальное, произвел впечатление? Ну, так немножечко напряг то, что вот легко расстался с девушкой, да, с которой строил вот отношения, так легко расстался. А если потоп? Послушайте, в жизни вообще свойственно, да, людям влюбляться. Угу. Вот что ему было делать? Ну, вот дурак был молодой, увидел, влюбился. Я бы так конечно, это безответственно, но в молодости он не был ничем не обременен. Ни узами брака, ни детьми. Влюбился. Кстати, безответственно тоже свою молодость растрачивать на мужчину, за которого вообще никогда замуж не выйдешь. Знаешь, сестра Тереза тут или мать Тереза. Тоже надо было о себе думать. Так же можно воспринимать. Его вы так воспринимаете, а мы поведение в это так она воспринимаем. Как раз о себе и думала. Это ей нужно было ее душе спасти. Да, его. Нужно было. Она... Тебе такие девушки, мне кажется, нравятся. Миниатюрные, с хорошей фигурой. По-моему, твой тип. Даже несмотря на то, что она казалась бы блондинка. Ну и мне он показался очень открытым, честным. Он волновался, конечно же, конечно, старался. Конечно, волновался. Да. Так что я думаю... У него есть все шансы покорить Катю. Екатерина? Ну, сюрприз понравился очень. Вообще. Друзья защитить хорошие. Может. Роза? Правильно, молодой человек, хоть он из себя ничего особо так не представляет, ни мышцами, ни всем остальным. Предприниматель. Да, делает все правильно, молчит, когда надо, делает и показывает, что умеет, когда нужно, поэтому не пробросайтесь. Как есть, так и показал себя. Какой-то есть. Нужно сказать, что, конечно, дева и стрелец очень часто притягиваются друг к другу. Это частый союз. И здесь у вас очень хорошая физическая совместимость. То есть, так сказать, женско-мужское. Вот. А то, что касается мы об этом говорим и слышим от вас, дорогая Тамарочка, на каждой программе. Ну, это не у каждого. Я делаю вывод, что для вас, как и для меня, это тоже основная часть жизни семейной. А как без этого? Ну, в общем-то, у таких людей, как она и он, это очень важная часть жизни. Вот астролог сказала, что вы хорошо совместимы по звездам, по знакам зодиака. Рыбонька моя, плыви ко второму жениху. Привет. Привет, меня зовут Виталик, мне бы очень хотелось узнать тебя побольше. Вдруг что-нибудь получится у нас. Очень приятно. Виталий, 26 лет, менеджер в московском ресторане. Гордится службой в разведывательных войсках и тем, что спас девушку от насильников. Мечтает открыть сельскохозяйственную ферму. Признается, что его семья пережила страшное горе. Предупреждает, что половину зарплаты отдает родителям. Виталий был сильно подавлен, узнав, что возлюбленная не дождалась его из армии. Но когда узнал, на кого его променяли, понял, что мир сошел с ума. Надеется, что Екатерина не лишена здравого рассудка. Я знаю, что у вас в семье произошло несчастье. Что случилось? Да, к сожалению, у меня был брат. Мы с ним были двойняшки. Его звали Валера. Но родители не говорили, конечно, ничего. Скрывали, ну, чтобы мы ему не сказали, что у него заболевание. Сколько было лет? Он ушел в 16 лет. Я знаю, что он, умирая, вам сказал какие-то слова, которые вы помните. Он перед смертью, когда умирал, ему уже укололи наркотик. Она где-то уже зараза перешла на легкие, он лежал на кровати, плохо вставал. Ну, уже практически не вставал, дышал тяжело. И вот он встал с последних сил, обнял меня, говорит: брат, я сегодня умру. Типа, позвони брату, пусть выезжает. У нас есть старший брат, его зовут Александр. Он в то время учился в Южно-федеральном университете. То есть, ну, в Ростове, а мы живем в области, другой городок. И он ехал, и тот все время твердил, когда братка приедет. Сейчас умру и не увижу. А потом встал, обнял меня, крепко заплакал. И говорит такие слова, типа: брат, прости меня за то, что я там когда-то врал тебе, там что-то... сваливал на тебе какую-то вину, там не делился чем-то, просто прости меня за все, что
я вот это вот сделал. Но у меня тоже как бы слезы текут, я бедная стараюсь мама. Не показать это, да. Бедная мама. Не, ну маме посоветовали, она знала, что как бы Валера умирает, и врачи посоветовали завести еще одного ребенка, ну чтобы он как бы так, то есть и... Отвлечься. Да. Родители взять? Родить. Нет, родить. Родить. Мама забеременела, уже была в положении беременной. То есть она родилась на свет, Светлана, ее назвали, ну, в день Татьяны она родилась, моя сестричка. Ее нужно было назвать Таня, а назвали Света, потому что брат перед смертью попросил, назовите Света. А брат вот увидел сейчас девочку? Да, но она грудная совсем маленькая. Ну, то есть была, родилась девочка, да, плакала все время, да. Но сейчас мама в ней души не чает, она ее веселит. Тяжелая история у обоих. Я не знаю, как это впоследствии скажется, да, на их отношениях. А вы папа ни разу не прозвучало, а папа, папина роль в семье? Папа, ну, он такой обычный деревенский мужик, вот так можно сказать. А вы ведь половину зарплаты своей и говорите об этом, предупреждаете невесту. Вы будете отдаете и будете отдавать родителям, правильно я поняла? Нет, ну конечно, не, ну как половина. Я, если нужно будет отдать все, я все отдам. Я думаю, она это даже если правильно. У вас дети родятся. Я думаю, она правильно поймет. А если будет трудная ситуация. Нормально. Если трудная ситуация, то да. Я думаю, эта история не подкупит ее. История трогательная. А вы в Казань готовы? У нас там квартиры есть. Кстати, Казань сейчас прекрасный город просто. Все или так... к себе заберете? Я знаю, что город Казань, он прекрасный город. Не, без разницы. С любимым человеком я готов Виталий, поехать хоть на край родителями? Света. Да, я с родителями живу. Ну как, я им помогаю. Если родителям не понравится невеста, если мама скажет нет, что-то... Нет. У меня ну мама вдруг, очень хорошая. Будете слушать маму? Нет. Я буду слушать себя. А какие будут обязательства? Какие будут обязательства у вашей жены в вашем доме? Что она должна будет обязательно? В чем должна она обязательно? Обязан? Послушайте, я не знаю. Давайте так. В провинции определенный уклад, определенные взаимоотношения невестки в доме свекры и свекрови, отношения с заловкой и так далее. Ну, там я не про совсем это... традиционная семья, там более либеральная. А слушайте, вы же хотите открыть сельскохозяйственную ферму, правильно я понимаю? Это перспектива ваша. Ну, на будущее, так, это мы рассматриваем. Ну, вот это и есть, да, вы к этому, да. Значит, соответственно, ваша жена Ливон, должна вы быть... сейчас о чем? Конечно, невестка должна прийти в дом, и я спрашиваю... Какие обязательства у нее будут в этом доме? В доме родителей Виталия. Обязательства, я не знаю. Я не собираюсь в данный момент жить с родителями. Я считаю, это а чисто мое мнение. Не знаю, я квартиру сниму. Ну, что хорошо, Денис, что о тебе провинциально сказать точно нельзя. Поэтому никакого конфликта провинции и города относительно большого у вас точно не случится. Расскажите, как вы спасли девушку? Ну, это было... Совсем неожиданно. Меня друг пригласил на базу отдыха, где вместе гуляли. Ну, была просто шумная компания, мне нужно было отойти по телефону поговорить. Ну, там база отдыха, как правило, причалечные мостики, Дон, река течет. Шум, гам, все гуляет, отдыхает, лето. Ну, отошел поговорить, слышно. Ну, так, плохо было слышно, что кто-то как будто рот кому-то закрывает. Оказалось, что один стоял, ну, смотрел по сторонам, чтобы никто не вмешался в их дела. А второй пытался ее изнасиловать. Ну, я подбежал. Второй убежал сразу, как только увидел, что я бегу. Бросил и своего друга, и все. Слушай, что, все спасатели кругом одни. А какие планы у тебя на будущее? Планы вкратце, на будущее? Да. Завести семью ребенка. Сельскохозяйственная ферма. Да? Это просто так, проект. Я к этому... Нет, это очень хорошо. Так это же прекрасная мечта. Вы что так от нее отбрыгиваете? А вы где живете? В Москве или вот у себя? В данный момент я пока здесь проживаю. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание наедине. Свидание наедине. Проходите. Расскажи мне о себе подробнее. Ну, о себе... Ну, просто я себе так веду. Я просто не привык к такой массовке, к телесъемкам. Я тебя понимаю, ты волнуешься, я тоже. Да, немножко, да, есть такое. Как бы. А так, ты мне понравилась, как бы говорю, так, что ты сильная. Очень приятно. Да, вот такая, знаешь, не сдалась, боролась с болезнью, вот с этим вот. Вот прям это редкость. В основном, знаешь, вот как правило, я встречу себе девушку, да,
постоянно мне надо что-то успокаивать, какие-то сопли. Блин, хочется нормальную бабу, да, которая, знаешь, будет ценить меня, понимать, там, я не знаю. Жить с родителями мужа нетрудно, невозможно. Ну, вот в моем случае я уже 3 года живу один без родителей, пока не женат. И... А сколько вам лет? Мне 32. А что у вас есть-то? В смысле? У меня есть моя музыка, мое творчество, моя работа. Ну, квартира есть у вас? В Москве нет, в Кисловодске есть. Ну, так живете в Москве? Живу в Москве, да. Ну, так а что, вам же нет и предложить нечего, кроме своей Почему? Музыки? А что вы ей предложите? Ну, вы как-то потребительски относитесь к этому всему. Почему нет? Есть? Виталий, а сюрприз приготовили? Да, да, конечно. Я хотел бы, чтобы мой друг спел свою песню. Собственно, сочинение. А мы с удовольствием послушаем. Да, да. А я хочу пригласить. Потом... Да, Наталья. Прекрасно. Для молодых исполнить. Я хочу эту песню. Ты считаешь уместен музыкальный сюрприз? Да, почему нет? Нормально так, ты что, подготовился, да? Хоть песня хорошая, да. Другу можно пожать руку просто. Да. Такая тоже сильно видно, что тоже устала. Я так волновалась. И просто, может быть, я ошибаюсь, как мне кажется, тебе попадаются такие парни, такие, знаешь, ты постоянно что-то для них делаешь. Мало что. Ну да, Тамара правильно сказала. А? Тамара Глоба правильно сказала. Почти всю правду. Денис, тебе песня понравилась? Хорошо поет Вася. Хорошо поет, да, хорошая песня. Да. Напоследок. Спасибо. Спасибо. Браво, самая лучшая пара сегодняшнего Спасибо. Вечера. Спасибо, дорогой. Проходите в свою комнату. Идем мы туда, да? Левон, а вам что, тоже наша невеста понравилась? Очень. Да? Да. Если что, мы можем вас это рекомендовать? Без проблем. А вы пригляделись бы, смотрите, поет. Она уже пригляделась. Всегда готов. Как вам, Ларисочка и Артем? Мне кажется, вот из-за потрясений, которые он пережил в жизни, да, он стал немножко какой-то жестковатый, жесткий. Вот, может быть, замкнут, немного зажат. Но когда они танцевали вдвоем, да, то есть остались как бы наедине, да, он мне показался немножко другим человеком. А вы врач, ваш профиль? Кардиология. Как вам, Ларисочка, жених? Знаете, мальчик... Ну, хороший мальчик. Но вот почему-то, глядя на него, я, вот когда на него смотрела, я вот слушала, и почему-то у меня перед глазами все время стоял «Тихий Дон». Фильм «Тихий Дон». И что? Мне почему-то казалось, что вот он будет, я не знаю, но в нем какая-то строгость такая. Вот, ну, что-то вот такое вот. Мне кажется, что он будет жену свою держать вот таких вот, в таком кулаке. То есть... Одно мнение будет его, а второе неверное. Да, а второе... правильное. То есть опять его, значит. Ну, я не знаю, может, это, конечно, ошибочное мнение, но... жестковат маленечко. Вот как-то это вот он... абсолютно мужчина из того места, где он родился, где вырос. Там по-другому не бывает. Ага. Пускай тряпку себе вот ищет. Тогда, а мужчина первый, такой должен был, быть тогда на самом ей деле. Нормально. Как вам? Мне понравился. Угу. То есть вы там себя видите? На свежем воздухе, нет, парное нет, молоко? Конечно. Если только он будет жить, наверное, на моей территории, возможно, так. Но допускаете, что он может жить на вашей территории? Да, возможно. Роза? Знаешь, как говорится, все равно деревня в нем видна. Вот все равно она. Хоть брюки ее одень, хоть что сделай. Не надо выдавливать из себя это. Надо, если уж природа сделала, да и тянет, так и давайте. Ну, вы, конечно, деревню не поедете. Это ежику понятно. Навряд ли, да, а зачем вам тогда мужчину, которого вы превратили уже в нечто? Уже не пойми, кто это. Мужик не мужик, баба не баба. Зря. Пусть он мужиком будет. Я думаю, что так и произойдет, потому что в нем это очень сильное начало. Вот такое мужское, где вот эта такая суровость, о которой вы говорили, да, да, очень да. ценится.
Вот у таких простых девчонок она в цене. Там как раз не любят таких мягко-женственных. Вот там, где родился, поэтому, там и пригодился. Там и пригодился. Да. Не, ну мы же сюда приехали с одной целью, правильно? Вот там, где родился, там и пригодился. Забрать бабу с телевидения, принцессу. А звезды что говорят? А я думаю, что он стремится развиваться от противного. Не как отец, а наоборот. Отмораживает уши себе, что ли? Нет, абсолютно. Вот он видит, какой отец, и он хочет быть другим совершенно. Да, среда ему нравится его. Он очень хорошо относится к своей матери. Он действительно вот человек, которому важно отношение женщин. Он понимает их. Потому что на самом деле у него очень сильная природа чувственная, Венера в рыбах, Солнце и Меркурий. И поэтому этот человек очень хорошо чувствует людей. Но он к матери ближе, видишь, с какой теплотой говорила матери. Да, потому что Луна в Раке, а дети у него, кстати, очень хорошие будут. Единственное, но, да, вот в быту они абсолютно одинаковы, к быту относятся и к работе. Это склонность зарабатывать, вкалывать, строить дом свой, понимаете? Вот и у него, и у вас есть. Он найдет вот эту свою стезю. Единственное, из-за быта могут быть стычки какие-то, потому что действительно где-то будет прорываться, как я сказал. Но вы обязательно подавите, потому что у вас вот это, как я сказал, оно гораздо сильнее. Тут, мне кажется, взаимосвязано что-то как-то. Но вы именно та женщина, которая может зажечь его вот эту внутреннюю природу своей активностью и вообще вот всей своей натурой. Вот так. Поэтому, птица моя, летите к третьему жениху. Катюшечка, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад нашему знакомству. Я думаю, поближе познакомиться к вам. Спасибо. Можно вашу ручку? Илья, 34 года. В прошлом учитель физкультуры. Сейчас заместитель директора в строительной компании. Кандидат в мастера спорта по бадминтону. Гордится первыми местами на чемпионатах и большим количеством наград. Мечтает оставить свой след в истории. Предупреждает, что он слишком мнительный. В построении серьезных отношений Илье всегда мешал инстинкт охотника. Надеется, что Екатерина не станет очередной его жертвой. Здравствуйте. Убил букетом просто. Привет. Здравствуйте. Ну, просто убил. Сразу же, Катюшечка, я знаю, что вы готовить любите. И любимое ваше блюдо – это курица. Я тоже люблю курицу. Это вот, пожалуйста, вам. Молодец. Отведайте. И красоту, и накормит. И сейчас... Но все... Все съедобно, так что все нормально, не переживайте. И покормит кушай, сейчас кушайте просто. Кушайте на здоровье. Хорошо, спасибо. О, курочку принес. Молодец, хозяйственный. Вы говорите, что вы охотник. Но мужчина-охотник – это хорошо. Обычно вам это помогает в выборе партнерши. А почему вы один? Что же у вас с девушками никак не заладится? Ну, вы знаете, сейчас время вообще на самом деле тяжелое с выбором, наверное, жены так же, как и у женщин-мужчин. А где ищете-то? Да. Вы знаете, если честно, я вообще не ищу, потому что это либо оно приходит, либо нет. Поэтому... Ага, потому что то, что само приплывает... Не, слово это «приплывает», вот мне кажется, а вообще неуместно. А вот за жемчугом нырять придется. Естественно. Нет. Расскажите, вот вы серьезно встречались с девушкой 5 лет. Да, было такое. Да, и как только поняли, что она вас любит, умирает, вам стало это неинтересно. Нет, да почему? Дело не в этом, а просто... Ведь мне кажется, вообще во всех отношениях чувство страсти, оно проходит. В любых отношениях. Просто его нужно подкреплять дальнейшими какими-то действиями. Подкрепляли? Отчасти, да. Но просто вы понимаете, у меня такой возраст был. Видимо, оно все-таки серьезности было меньше, нежели там какой-то, может быть, наивность. Ну, неплохо. 5 лет для молодого возраста неплохо. Нет, но назовем... 3 года были идеальные, а все остальное уже все-таки это был, наверное, какой-то процесс. А потом процесс. Она стала находить в вашем телефоне смс от других девушек. Я вообще не приемлю эти вещи, я просто сам такой человек, что я вообще люблю легкие отношения, дружные отношения, это не по мне. Яркий, да? Яркий такой человек, персонаж. А жениться в ваши планы не входило никогда? Вы знаете, вот с прожитым опытом, наверное, все-таки я понимаю, что какие-то бы я бы моменты бы сделал бы по-другому. Ну хорошо, это же не единственные отношения были в вашей жизни, вот эти 5-летние. Слава у вас же Богу, еще да. были другие девушки. Ну, таких затяжных у меня не было, конечно, были уже, но у меня были отношения такие очень интересные. Вот вы влюбились в замужнюю даму.
Ну, она была не замужняя, но у нее был мужчина, да. То есть я был тоже не свободен на тот момент. Да, и пока вы прятались по углам, вам это нравилось? Как только девушка сказала, что она от него уходит, к вам? Нет, она предложила, да. То есть давай, ну, все-таки бросим все эти интриги и будем вместе. Вы знаете, в тот момент я, наверное, просто испугался оказаться на месте этого мужчины. Вот и все. Если... Не надо. Ну, перестаньте. То есть рога наставлять мужчине, это ничего страшного. А увидеть плачущего, обманутого... Соперника. Да. Вам вдруг стало его жалко. Не, ну я просто делал... Нет, дело в том, что я просто почему не стал с той девушкой? Просто из-за того, что, может быть, я подумал, что если она разделала так с мужчиной, если я с ней стану, значит, я могу быть тоже подвержен таким же испытаниям. Вот это уже немножечко теплее. Вот и... А курортные романы случались? Ну, не без этого, да. Честный парень, но вот эта история вряд ли плюсом будет. Покорить сердце истории об этом, конечно, может быть, не удастся. А как вам московские красавицы? Ну, то как хорошо, как и слишком много здесь. Но потребность, понимаете, слишком москвички вообще сбалованы. Просто, ну, так вы сами говорите, на козе не подрулишь, да? Не, это 100%. Нет, со стихами ты можешь уже там где-нибудь уже другим рассказывать. Хорошо, Илюш, а вот расскажите про посещение ночного клуба, когда вам понравилось. Это вообще, это, конечно, уникальная история. Ну, в общем, рассказываю. Ну, хороший клуб. Мы отдыхаем с друзьями. Я вижу, стоит девушка, улыбается. Ну, я что такое, ну, а я что? Все, выправился, пошел, значит, не улыбнусь, я пошел. И что-то начинаю, так заводится диалог. После буквально минут, там, может, две разговоров, она мне говорит, 30 тысяч. И я такой, простите, не понял. Она говорит, ну, зачем ты мне рассказываешь, какая я, знаю, что я красивая. Давай, ну, ускорим наш процесс. Ну, я же понимаю, к чему это было сделано. Я прибегаю к другу, я говорю, слушай, ну, вот такая ситуация, я говорю, как? А он мне так, друг мой. Это Москва, привыкай. Я как так? То есть ее и ночь 30 тысяч стоит? Да. Ну, я был в московских клубах, но, честно говоря, такого ни разу не встречал. А вы вчера родились, да? Да. Послушайте, если не, вы... Не, ну почему? Я, конечно же, ну, понимаю, кто как, но просто все равно, это же дикая ситуация. Если бы вы пошли слушать всеночную Рахманинова, и вдруг в консерватории к вам бы подошла в очках девушка со скрипкой и сказала бы 30. Шепнула бы. Вы бы не поняли, она бы еще раз сказала. Не, ну может быть. Просто... Тогда бы удивились. Вы в ночном клубе моргали, стояли какой-то бабе. Понимаете, там молодой. Не, баба хорошая же, но она же понятно, прям... потому и 30. Эффектная. Была бы похуже, сказала бы, ну, полторы. Не, а ну я удивляюсь от такой беспардонности. Ну как так можно? Ну это же ведь девушки. Просто ведь... А знаете, самое приехали? Печальное? Я с Архангельска сам. Для нашего родного города это абсолютно не свойственно. Вообще, а зачем вы сюда провинция? Приехали-то в логово? Не, ну я же приехал не за такими женщинами. Правильно? А за какими вы приехали? За порядочными. Ну вообще как, ребят, что вы думаете? Кто? Кого она выберет? Вот ваша точка зрения. Собственно, нейтрально со стороны. Кристин, как ты думаешь? Знаешь, эту женскую логику не понять. Она такая сложная штука. Вам нравится Екатерина? Екатерина, да, очень красивая. Во-первых, а я вообще. А почему цветы отодвинули? А, просто не видно. Просто я вообще, во-первых, Катюш, я хочу отдать вам должное. Вы, конечно, очень сильная женщина. Я вообще поражаюсь перейти через такое, улыбаться. Я, конечно, ну, восхищен вами. Это ну, очень а вы редкость. Вы сами хотите взять такую ответственность? Просто потом вы Екатерина в моих абсолютно здоровая женщина на сегодняшний день. Так я же не говорю, что конечно. Она какая-то. Я вы просто говорю, через сказали, чего прошла вы, она. Через что прошла, да. И мужчина, который жалеет женщину, это уже первый шаг к любви, кстати. Понимаешь, красиво говорить и делать это разные вещи. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Да, скелет в шкафу. Думаю, наверное, у меня глаза лопнули. Что это такое? Да, сижу Катюш, за решеткой. Я сидел, да, вот у меня, конечно, есть такое. А за что? А какая статья? Да ладно, я шучу. Всего лишь сутки. Нет, я так напугалась, серьезно. Всего лишь сутки. За что? Ну, это просто элементарная хулиганка. Защитил девушку, не знаю, подрался и попал. И поэтому как-то до сих пор вспоминаю этот момент, и поэтому. А есть сюрприз? Естественно. Показывайте. Пойдемте.
Так, можно вашу руку? Держите ракеточку. Так как я занимался профессиональным этим спортом, мы сейчас разучим пару движений. Давайте ручку вперед. Вот так берем. И делаем вот так. Нам нужно размять кисть, чтобы начать играть. Возьмите теперь ручку. Рисуем восьмерочку. Вот так вот. Только кистью рисуем, не рукой, а кистью. Вот, хорошо. Что это такое? У меня нет слов просто. Сюрприз. Катюша, вы знаете, в чем успех Марии Шараповой? В чем? Так как она кричит сексуально. Давайте покричим. Нет, я, наверное, так не смогу, как ну, она. Ну, давайте я. Давайте. Давай. Вот вы же можете, можете. Вы не стесняйтесь. Оп. Давайте теперь бежите. А давай мне сыграем. Что такое настоящий мужик, а что такое мать. Вот, знаешь, вот я честно скажу. Наш Виталий – это мужик. Оп. Ну все, вы к пляжному-то точно бадминтону готовы уже. Ну все. Теперь вы... могу точно сказать, что вы готовы к пляжному сезону. Спасибо. И пляжному бадминтону. Прекрасный сюрприз, кстати, прекрасный, такой летний, а на улице солнце, какое же все счастье. Проходите, дорогие друзья мои, Кирилл, проходите с другом. Ну, как вам такой метросексуал? Что? Легкий, веселый. Самое главное, что в нем чувство юмора есть, вот это, да, вот это не отнять. И видно, что как бы язык подвешен. И, значит, хорошо подвешен, да. Потому что... Да, но почему-то мне кажется, что... Нет, мальчик такой положительный, но мне почему-то кажется, что он еще не созрел для таких... А 32 года, конечно, созрел. Ну, серьезных, вот именно серьезных. Вот. Мне почему-то кажется, что вот он действительно как вот бадминтон играет вот это. Нет, вот, а он 32 вот года, он же понимает все про себя. Я думаю, созрел. Ну, я не знаю. Мне кажется, он просто неискренен был. Ну вот, еще и неискренне меня обвиняет. Абсолютно искренне, на все вопросы отвечал, все говорил правду. Кстати, вещи говорил о себе нелицеприятные. Может быть, просто волнение? Да. Что? Волнение. Какое волнение? Это вы волновались, вы зажатая, и вы себя. Он вел себя, кстати, абсолютно адекватно, открытый, откровенный, легкий. Какое? Я волнения не заметила. Я заметила волнение в вас, когда он вас прижимал к себе. Всему делаю вывод. Он вам понравился? Возможно, да. Не знаю пока. А Артему? Ну, мне он показался очень легким, нестеснительным. Спокойно обсуждал все вопросы и темы, поэтому... Хотя она, в принципе, такая же, просто вот здесь, видимо, как-то чувствует себя зажато. Сам по себе Илюха такой хороший парень, конечно. Для меня понятный. И я думаю, что у него, конечно, амбиции, и ему хочется женщину высокого полета, звездную, и он сам о себе, мне кажется, так понимает, что почему бы и нет. И он может, деньгами. Да, и москвичку, потому что он о себе мнение высокого. Ну да, он даже так рассказывал. Да, прям. Простая девушка ему не нужна. Не, Лариса не права, я все-таки все равно хочу семью, и... однозначно. Он сейчас хороший любовник. Не муж, не это... Поэтому... Я думаю, еще лет 15 он будет пребывать хорошим любовником. Нравится. Быстренько. Поймал бабочку, пока она крылышками бяк-бяк-бяк. Он, понимаешь, ему интересно. Как только она затихла, все. Она для него уже гусеница. А что у вас звезды? Он вам понятен, потому что Луна у него в близнецах. Ой, только ради этих слов надо снова прийти. Мужчина водолей. Он стремится к идеалу, он ставит перед собой, так сказать, какие-то цели, но он сразу видит, моя, понимаете, да? А что же не задерживается? Ну, вот послушайте, когда, чем ближе он к этому идеалу, тем страшнее ему потерять свою свободу. Он действительно может, как вы говорите, быть хорошим любовником, у вас потрясающая тоже связь, вот, что касается вот, внутреннего состояния. Может быть, где-то внутри себя вы отстраняетесь, потому что понимаете, что это может взрыв какой-то родить, страсти. Но он, может быть, не думает серьезно об отношениях, но может очень серьезно в вас влюбиться, сам того не подозревая. Ну а в противном случае зачем тут отношения вообще нужны, если взрыва этого нет? За кого вы? Я за первую. Вы что скажете? Знаете, Лариса, я очень люблю Катю, да, хочу, чтобы она была счастлива. Она для меня эталон силы, свободы. И все женихи были достойны, но я бы лично порекомендовал ей Дениса. Потому что он дева, и как бы, ну, это если верить гороскопам, я тоже дева, а мы очень прекрасно ладим с Катей, очень прекрасно ладим. Хорошая девушка, мне кажется, вам нужно попробовать.
какие-то серьезные чувства создать. Я вам предлагаю пойти к Ливону. Сегодня, несмотря на то, что он за всю программу сказал 3-4 фразы, он был самый убедительный. Он был самый готовый к отношениям. Он глаз с вас не сводил. И он абсолютно точечно давал характеристики и своему другу, и по поводу жизни, и соглашался там, где нужно было соглашаться. Он абсолютно готов, он знает, что это такое семейная жизнь. Я не знаю, может быть, потому что он, наверное, судя по всему, армянин и родился и жил в традиционной семье, но я за Ливона. Роза? Я за Дениса, потому что в самом начале программы... Ливончик Джа, да. Армянин? Да, конечно. Саватанэм. Говорю вам, Гена Свалича. Я что хочу сказать, я просто был поражен болью, которая есть в ваших глазах, да, и я считаю, что вот ваша индивидуальность, ваша, вот это, ваш опыт, который вы прошли, это достоин, я даже не знаю, тут, мне кажется, мужчина, который готов вас воспринять, мне кажется, таких мужчин очень мало на этом свете. А вы готовы? Я про себя индивидуально не могу сейчас говорить. Просто быстро говорите день рождения и год рождения. 25 июля 1982 года. И вот огромное спасибо я бы хотел вам сказать. Вы настолько грамотно, правильно все говорите, отмечаете, это просто... Ливончик, ты жениться хочешь или нет? Лично нравится, я пока не готов жениться, но мне очень нравится такой человек. Нет, ему нравится, но он не хочет сразу жениться. А и никто и никого и не зовет. Лёва. Чего вы от меня хотите? Красавчик. Не, молодец, молодец. Томочка, что звезды? Первый вариант, конечно, он вам более понятен, правильно, потому что совместимость есть очень серьезная. Второй жених, несмотря на всю свою ершистость, тоже вам подходит. Вот третий, это, конечно, потрясающий любовник и невероятный роман, который вы можете пережить, потому что он вас будет идеализировать. Из этих вариантов ваш выбор. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите, куда решили. Ну, не знаю, идет же людям, да? Я прямо, да, ну, меня... Да пахать на вас надо, на всех! Я приглашаю всех выйти и поддержать Екатерину. Ух ты! Здорово! Спасибо большое за доверие. Мне очень приятно. У нас есть пара Екатерина и Денис. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Рада за вас. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте.